Всем привет, и сегодня я снимаю влог. Да-да, влог. И в конце этого влога будет конкурс, поэтому досмотри это видео до конца. А влог мой начнется с того, что я сегодня получила посылку от курьера. Я безумно счастлива, что она наконец-то приехала. Я очень долго думала, заказывать мне это или нет, нужна она мне или нет. В общем, это вот такая вот курточка, нежно-розовенькая, внутри подклад у нее такой очень приятный. Курточка это с H&M. Стоило 359 рублей с моими скидками. У меня там был промокод. Курточка вообще на самом деле стоила 1400. Она была по скидке, плюс еще я там промокоды применила. Ну, еще за доставку я заплатила 300 рублей, но это все равно дешевле, чем если бы я покупала где-то в другом месте ее. Вот такая вот, в общем, курточка. И у нее здесь капюшон на липучке. Можно его отстегнуть. Крепкие липучки. В общем, вот он полностью отстегивается. Пойдем гулять с Евочкой как-нибудь. Также, помимо курточки, нам приехала вот такая вот игрушечка. Тоже для Евочки. Так вот крутится. Видите, все лепесточки, они разные. Вот тут, например, зеркало, грузуночки, бусинки с детского мира. Я ее заказывала тоже, кстати, по скидке. Она сейчас, по-моему, 30% скидка на нее. И плюс у меня еще были бонусы в детском мире. И она у меня тоже вышла очень дешево. Там что-то 600 рублей, что ли. Такие вот покупки скидочные. Что касаемо новой малышки Reborn. Вот тут у меня в пакетике лежит кудрявый мохер. Я заказала такой пакет, 100 грамм тут. Также из покупок, не касающихся, наверное, этого канала, можно сказать, это касается моего второго канала, но я вам быстренько покажу. Здесь у меня контейнер для хранения всякой мелочевки, например, нитки можно сюда закинуть. Такая вот резиночка для того, чтобы шить одежду для мини-реборнов. Кстати, вот это я купила, чтобы сшить конверт для нашей автолюльки. Потому что у меня осталась ткань еще с люльки для коляски. И я решила сшить это иголочки для швейной машинки. Вот еще ниточка. И я в торговом центре зашла еще в магазин тканей. Взяла вот такую вот белую фланель. Обожаю фланель, она очень приятная на ощупь. Такую вот ткань. Тоже фланель, но она не мягкая, она только внутри мягкая. И две трикотажные ткани, я не знаю, что я буду шить пока что, но это будет одежда для мини-реборнов. Вот это серый и также розовый. И также приезжал курьер, завез мне посылки с Wildberries. Такая ложечка для Евы. Вот эта вот ложечка маленькая, и она металлическая. Мне понравилась, я решила, что я буду кормить из этой ложки Еву. Потому что я хотела металлическую ложку. Возможно, в каких-то влогах вы это слышали. И также я заказала, нашла такую ложку на Wildberries с моим именем. Вот, кстати, вот так вот меня зовут, кто не знал. Также я заказала, по-моему, тут, да, 5 штук вот таких вот коробок для того, чтобы упаковывать сюда кукол мини-реборнов. Вот такой вот у меня есть мини-реборн. Снимем шапочку. А вот, видите, идеально подходит коробочка под него. Вот у меня, по-моему, 6 малышей, но продавать я буду не всех, поэтому 5 коробочек мне, думаю, будет достаточно, чтобы отправить малышей. Если хотите смотреть видео вот с такими малышами, то переходите по ссылочке в описании на мой канал с мини-реборнами. Кстати, из остатков своих тканей я сшила вот такую шапочку розовенькую. Я забыла пришить сюда ушки, и поэтому эта шапка без ушек. Но, как вариант, можно приклеить бантик. Вот. Садила Евочку в стульчик, и вот такая вот игрушечка. Она держится на присоске, и она очень крепко стоит. Тут можно ее вот так вот отцепить. Вот, видите, она на присосочке. Так вот ее крепишь, и малыш играется. Я продолжаю снимать влог, и я много успела сделать за это время. Я сделала вот такую выкройку, и также вот весь мой мусор, чтобы вы мне поверили, что это реально я сшила. И у меня были кусочки ткани
разного размера. То есть не было такой прям большого куска ткани, чтобы сшить нормально. Вот, я решила сшить из лоскутков вот такую вот подушку. Это подушка для кормления грудью, называется так. Но я хочу именно вот так куколок сюда класть, фотографировать, или просто, чтобы они вот так в этой подушечке лежали. В общем, получилось, я думаю, очень классно. Мне нравится. Вот видите, тут швы есть. Не буду это скрывать. Так что творите и двигайтесь к своей цели. И все у вас получится. У меня есть вот такое вот одеяльце. Еще есть белое, но оно в стирке. Я буду вот так вот это накидывать. Но я позже потом хочу заказать розовенькое, чтобы для девочек тоже было. Все, теперь Луи как в какой-то лежаночке. Вот у меня пакет с Синтепухом. Такой вот огромный. Я заказываю их тоже с Wildberries. Мне безумно нравится. Это, во-первых, дешево. А во-вторых, очень много тут в пакете. Прям можно 4 куклы точно спокойно наполнить. Если не больше. Вот у меня тут ткань. И все это хранится в таком маленьком сундучке. У меня очень ничего сюда не влазит. И тут работает также у меня увлажнитель воздуха, потому что у меня очень сухо в комнате. Я решила продолжить влог. У нас уже вечер, и я сейчас буду собираться спать. Увидимся завтра утром, потому что завтра утром я кое-что придумала. Конечно же, вам все покажу. Всем привет! У нас сейчас утро, и я уже начала делать то, что планировала. В колледже мы делали макеты из такого вот материала. Это такой пластик, его нужно заказывать. Мы использовали его для макетов. Он очень твердый, хороший. Я сейчас вырезала детальки и сейчас собираю конструкцию вот такую. И когда я ее соберу, склею, то вам покажу. В общем, у меня есть подставка для люльки такая вот. И я люльку сюда не ставлю, потому что занимает место. Я, в общем, вдохновилась тематикой пеленального столика и организацией его. В общем, я решила его вернуть на место. И так как у него есть вот такая вот подложка, которую я сама шила, я решила положить на нее вот этот вот наш матрасик вот этот. Он тоже, кстати, самодельный, я его сама когда-то делала, на моем канале есть видео, как я его делала. И, в общем, к этому всему я сделала такой органайзер. Сюда вот кладутся подгузники, и сюда по мелочевке, там, расчесочки какие-нибудь, еще принадлежности. Он никак не зафиксирован, он просто вот так вот стоит, он очень крепко держится, в таком очень красивом стиле сделал, типа органик, вот. Я, в общем, склеила все детали и обложила их тканью. Кстати, Луи сейчас спит на своей подушечке. Ну, как на своей, в общем, на этой подушке, которую я сшила вчера. Она очень мягкая, такая хорошенькая. У меня также еще остался пластик, и я решила придумать что-нибудь еще. И решила сделать вот такой чемодан. Так вот открывается-закрывается. Нужно только его тканью обложить, и получится очень классно. Я видела плетеный чемоданчик в Заре. Ну, он там стоил 5000, поэтому это просто жесть. Я решила сделать что-нибудь тоже похожее, так как ткань у меня еще есть. Буду сейчас творить. Кстати, вы можете сделать точно такой же чемоданчик, только из картона гофрированного. И он будет, конечно, не очень прочный, но можно попытаться сделать. То есть тут вообще ничего сложного нет. Ну что ж, я закончила делать вот такой чемодан. Тут он открывается. И та-дам! Кстати, вот у него ручка с ракушечками. Я специально так сделала. И здесь у меня лежат ткани для того, чтобы шить одежду мини-реборном. Вот такой вот чемоданчик. Конечно, я, когда его делала, я не знала, для чего он у меня будет. Пока что вот с такой целью. Можно его так поднять. Также у меня появился вот такой вот комбинезончик. Я покупала его в Детском мире. В Детском мире сейчас идет распродажа, скидки очень большие, я бы сказала, ну, хорошие. И он у нас вышел совсем недорого. По-моему, за рубли 800 он у нас вышел, а так он стоит 1500. Так что, да, у Луи не было такого мягкого комбезика, и я ему решила взять.
Но этот комбезик, он подойдет как для мальчика, так и для девочки. И у нас будет пополнение и для малышки. Девочки тоже оно подойдет. Вот такой у него подклад милый. И, конечно же, конкурс. Для участия в конкурсе вам нужно обязательно подписаться на этот канал и на канал с мини-реборнами. А также подписаться на наш Инстаграм, перейдя по ссылке в описании. А также оставить в комментарии ссылку на свой Инстаграм-аккаунт, либо же на аккаунт ВКонтакте, чтобы я смогла с вами связаться. Победитель будет один, и призы будут те, что находятся вот в этой коробочке. Первая игрушечка – это комфортер. Следующий подарок состоит из двух пустышек. Одна коричневая, другая розовенькая. Подойдут как мальчику, так и девочке. Следующая – это бутылочка. И в этой бутылочке внутри есть тоже пустышка. Это такой набор от фирмы МАМ. Такая вот бутылочка очень классная. У нас есть точно такая же. И последняя – это муслиновая пеленка. Я решила, что лучше все-таки подобрать подарок такой, который подойдет как мальчику, так и девочке. И также будет классно, если размеры подойдут любой куколке. Поэтому размеры такие универсальные. Ничего из одежды я класть не стала. Возможно, в будущем я сделаю конкурс и на одежду. Но пока что вот такой вот мини-конкурс. Выполняйте все условия. Также условия есть еще и в описании под видео, если вы все не запомнили. И также в Инстаграме они тоже есть. Надеюсь, вам понравились призы. Победитель будет выбран случайным образом, поэтому выиграть может каждый. Участвуйте в конкурсе и не забывайте выполнять все условия, ведь только тогда вы сможете выиграть. А на этом было все. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Спасибо всем за просмотр и пока-пока. Ждите новых видео.